Я считаю, что русские целенаправленно выпускали ракеты по гражданской инфраструктуре. А значит, это умышленный теракт. Удар был нанесен ракетой Х-22, российской сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой воздушного базирования. Это старая советская ракета, предназначена для поражения авианосцев. Поэтому говорить о точности попадания в наземные цели не приходится. Специально хотел бы уточнить, что удар пришелся по тренировочной базе, где наши дети играли в футбол. Еще вчера играли в футбол. Никаких радиолокационных станций и военных объектов вблизи или, не знаю, где-то... Мне об этом неизвестно, и люди об этом не знают, что там есть военный объект.